Дорогие друзья, с нами Артем Бородкин, защитник Витязя. Пожалуйста, Артем, твое мнение об игре сегодня? Что сложного было самого? Какой момент был кульминационным? И как выглядела наша команда и как Трактор? Да, много сложного сегодня было. Трактор хорошо сыграл в обороне, на контратаках. Хорошо играли, мы были к этому готовы. Не повезло где-то. Где-то совершили сами глупые ошибки, и это был решающий фактор. Кто больше ошибся, тот и проиграл в сегодняшнем матче. У меня много знакомых ребят играет, персонал, я хорошо к ним отношусь, и никакого у меня ни осадка нет там по поводу прошлого сезона, такого нет. Но, естественно, конечно, у меня были эмоции определенные, я их справился, считаю, с ними подавил их. И даже перед игрой специально не общался там ни с ребятами, ни с персоналом, ни с кем. После игры пообщались, поздоровались, все нормально, как бы сфокусировался на своей игре, на выполнении игрового задания. Не думал даже ни о чем другом. Пытаемся исправить ситуацию психологически тоже. Это, конечно, немножко начинает давить. Нам нужны победы сейчас как воздух. Убираем игру на тренировках. Проблемные моменты, которые совершаем, где ошибки, стараемся улучшить и на игре отработать эти моменты. Вот. Каждую игру выходим, выкладываемся на полную. Ну, спасибо, Артем, и желаем успехов действительно в этом турне сложном. По Уралу. Успехов. Благодарю. Друзья, у нас Артем Иванюженков, нападающий хоккейного клуба «Витязь». Артем, пожалуйста, твое мнение об игре. Только нужно включить микрофон, одну секунду. Включаем звук. Поехали. Равная была игра. Там было реализовано большинство. И, наверное, выходить вперед в счете мы не смогли. В итоге пропустили и проиграли игру. Что можно сказать вот о соперниках? Как настраивались перед матчем и ожидания ваши от игры этой команды оправдались или нет? Изменили они тактику, если говорить о той, которую вам говорили исполнять тренеры и как играет команда «Трактор»? Ну, все, готовились, изучали команду противника. Поэтому были готовы. Хорошая игра. Где-то не получилось забить. За это проиграли. Ну, показалось, что ты, возможно, и сам захотел перевернуть ход этой игры, когда команда проигрывала. И вот драка с Евенко – это как бы один из способов перевернуть ход игры. Ну, почему? Ну, да. Завести команду. Заступился за партнера. Считаю, он грязно сыграл. Есть. Поэтому да. Ну так травмы, я смотрю, у тебя серьезные или нет? Как? Нет, все хорошо. Самое главное. Пожалуйста, коллеги, есть вопросы? Что в Минском, что сегодня, к сожалению, команда проиграла все ключевые вбрасывания в третьем периоде, там, и когда вот можно было там расставиться, навалиться, этого не получилось. С чем ты это связываешь, и почему вообще вот на точке в начале сезона команда не очень уверенно выглядит? Ну, на точке должна работать вся пятерка, не только центральная. Вот. Ну, где-то, наверное, не успеваем. Из-за этого и проигрываем вбрасывания. И второй вопрос. Команде характера, как известно, не занимать. И видно, что и команде там под шайбу ребята бросаются. Но все-таки вот что не получается впереди? Наверное, просто сказать, что не хватает мастерства, это слишком просто. Наверное, в чем-то еще есть сложности. Не можем забить. Проблема реализации получается так. Сколько? 4 гола за 3 игры. Я считаю, это мало. Надо работать над завершением.